девчоночки, начинаю новый влог. На самом деле у нас уже 2 часа, Маркушенька у меня спит. Утром мы позавтракали, и я занималась монтажом. Сегодня вообще чуть не мой день, у меня ничего не получается. Влог вчерашний я 2 раза переделывала, он у меня не сохранился, вернее, сохранился только половину. Я загрузила на канал, включаю, не пойму, что за фигня. Пол видео всего лишь сохранилось, я, короче, удалила, давай заново все обрабатывать, монтировать. В общем, не мой день. Еще мне нужно смонтировать было видео для шоу, в котором я буду участвовать. У меня ничего не получается, что-то на телефоне там то памяти не хватает. Я перебрасывала все на флешку. В общем, на компьютере вроде бы сделала и отправила вот. Настроения нет, мне ничего не хочется делать, у меня болит горло, я вчера говорила, что у меня горло болит, а сама вчера холодного мороженого наелась. В общем, нет настроения и, честно сказать, даже неохота снимать, но уже начала снимать, думаю, ладно. У меня очень много дел, и я ничего не успеваю и не могу ничего сделать, потому что мне не хочется из-за того, что нет настроения, в общем. Так, по кругу, колесо какое-то. У меня куча дел, еще раз повторюсь. Мне нужно приготовить первое и второе покушать. Мне нужно снять стирку с балкона. Мне нужно постирать стирку. Мне нужно убраться в квартире. Полы помыть, цветы полить. В общем, у меня куча дел. И мне так неохота это все делать. Вроде бы я вчера убралась в квартире, вроде бы чисто было, и опять бардак. Боже, каждый день вот эта вот стирка не прекращается. Уборка, полы, ой, боже. В общем, надо сейчас вставать, пока еще сынулечка спит, и идти убираться, и хоть мне это не хочется, но засниму вам мотивашку для уборки, замотивирую вас на уборку. Так что пойдемте у меня кипит,
Занимаюсь делами во всю, Маркушеньку покормила, разбудила, покормила. Осталось мне что сделать? Стирку развесить, которую сейчас вот поставила стирать. Доваривается у меня картошка, которую нужно потолочь в пюре. Суп гороховый варю, тоже вот сейчас немножко еще прокипит и буду отставлять. И к пюрешке буду сегодня делать мясные пальчики. Первый раз буду делать. Муж заказал, говорит, сделай. Вообще собиралась сделать отбивные, но как раз у меня такие плоские кусочки есть, и они подойдут для этих пальчиков. Я их никогда не делала. Вот сейчас покажу, как буду делать, и посмотрим, что у меня получится. Такая ленивая, мне ничего не хочется делать, как-то себя плохо чувствую, что такое состояние вялое. В общем, лентяйка я сегодня, но все же дела делаю. И уборку сделала, и стирку, и вон кушать готовлю, еще гору посуды надо чистой расставить, уже перемыла. Которая здесь у меня после готовки, то еда закончилась, кастрюли помыла, Маркушку вон покормила, суп остался тут немножко. Так что вот так. Горло болит, гланды что ли, не пойму, надо горячее пить. Я не могу горячее пить, потому что мне жарко, в квартире духота, и я не могу горячее пить, потому что мне еще жарче становится, я пью холодное. Да, такая. Не то, что я прям там холоднющая пью, но горячее не могу пить, мне надо прохладная вода. А чаи, это очень редко я их пью. Так что вот так. Так что давайте буду сейчас готовить пальчики и покажу вам рецептик. Девчонки, ну что, давайте покажу мясные пальчики. Мясо можно брать любое. У меня свинина, я нарезала кусочки на отбивные, такие тоненькие, конечно, кусок у меня, помню, тогда попался не очень удачный, пришлось нарезать абы как, все такие разные, кривые, но не суть. Деревянная дощечка, одеваем пакет, сверху выкладываем мясо, закрываем пакетом, чтобы не разлеталось, и сейчас я все буду отбивать молоточком. Отобью, как на отбивные, и покажу, что буду делать дальше. Отбила я уже мясо, теперь мы будем его перчить. Все сейчас хорошо перемешаем, поперчим, посолим и добавим любимые специи. Все, теперь хорошо перемешиваю и потом покажу, что буду делать дальше. Нам понадобятся еще зубочистки. Сейчас еще добавлю приправку для мяса. Ну что, девчонки, зубочистки. Берем кусочек мяса, сворачиваем его в трубочку и цепляем зубочистками. Если нет зубочисток, можно перевязать ниточкой, но потом после жарки их нужно будет снять. Также и зубочистки. Видите, получаются вот такие вот пальчики. Зубочисткой сцепляем, потому что они могут развалиться. Могут развалиться, и теперь ложим их на сковороду в разогретое масло немножко обжаривать. Вот что у меня получилось. Вот такие вот пальчики получаются. Теперь там, где они жарились в сковороде, мы сюда наливаем водичку. Эту водичку выливаем в пальчики. И минут 5 их нужно протушить. Ну, честно скажу, я вон один попробовала. Плита вся грязная, нужно сейчас мыть. Честно сказать, мне не понравилось способ приготовления. Сейчас я вот минут, наверное, 15 стояла, доставала с каждого пальчика эти зубочистки. Руки все жирные, горячие. И за эти 15 минут могла развесить стирку. В общем, много времени занимает. Мне вот чуть не очень понравилось.
Лучше бы я отбивных, честное слово, нажарила, у меня бы целая кастрюля их получилась, а это что-то ужарилось, и мне кажется, тут и есть нечего, маленькая кастрюлька, а кушать вообще нечего. Короче, на следующий раз скажу, муж, сделай сам себе пальчики. В общем, мне чуть не очень понравилось это блюдо. Ну как, вкусное, но по приготовлению оно очень занимает много времени. Это вот реально, я стояла 15 минут, блин, с горячих этих пальчиков, доставала зубочистки, айслина, нитки, это вообще... Я за это время могла бы гору посуду уже перемыть, либо стирку развесить. В общем, мне не понравилось способ приготовления, но по вкусу попробуем, что будет. В общем, заливаю водой и ставлю тушить. Давайте покажу, что приготовила. Супчик сварила гороховый, пюрешечку, и вот такие вот получились у меня пальчики. Вкусно пахнет, аппетитненько. Но вот готовить их, мне кажется, слишком премудренно. У меня сил и терпения не хватит. Но, возможно, это просто сегодня, потому что нет настроения и сил. В общем, такая красота. Обязательно попробуйте. Знаете, для разнообразия иногда можно. Вкусненько. Я уже попробовала одну, мне понравилось по вкусу. Но готовить не понравилось. Ура, ура, наконец-то сделала я все дела. У меня сил нет, я прям такая замученная, уставшая. Я сегодня даже волосы не помыла, с грязной башкой вам тут показываюсь. Хотя сегодня надо было мне утром помыть волосы. Но я что-то вообще сегодня не какая-то, не, сама не своя. Приготовила кушать, стирку развесила, посуду расставила. Тут еще помыла, еще немножко посуды есть. Но я сейчас просто иду ложиться. И буду отдыхать. У меня ужасно болит горло. Я понимаю, что надо пить больше горячего и надо себя заставлять пить горячее. Вот сейчас выпила кружку молока с медом. У меня настолько болит, особенно с левой стороны. Я вот глотаю пищу, там слюну, и столько больно, что мне отдает за ухо, прям стреляет больно. Даже больно разговаривать. Короче, дура, что сказать. Мороженое вчера, холодное, горло болит, а я мороженое ем. Еще не хватало ангину, блин, заработать. Короче, надо пить горячее, горячее. Напишите, чем лечить горло. Я вон спреями разными брызгаю. Надо, кстати, вон сироп стоит, который бесплатно в больнице давали. Он такой невкусный. Я не знаю, как его Маркуша пил. Я его пару раз попробовала. О, вообще жесть просто. Вкусный сироп закончился. Остался невкусный. Прям вообще жесть, как болит. Короче, я чувствую, я заболеваю. Какое-то состояние у меня. Блин, еще мужу штаны надо зашить. У него на рабочих штанах, на спецодежде оторвалось, надо пришить. Ой, капец, как же я устала. По поводу девочки похудения, завтра я все подробнее расскажу в завтрашнем влоге, но скажу, чтобы вы там, может, подготовились. Ой, в понедельник, в общем, мы будем начинать. И понедельник у нас будет разгрузочный день на воде. Ну, не на воде, питьевой разгрузочный день. Я всегда начинаю худеть с разгрузочного дня, с питьевого разгрузочного дня. Завтра все подробнее расскажу, но чтобы вы знали и меня не теряли, в понедельник мы начнем, и я буду вам снимать тренировки, питание. Будем худеть. Так что вот так. Все, буду заканчивать влог. Я, честно сказать, устала, у меня сил нет. Сейчас пойду лягу, полежу. Уже скоро и муж придет. У нас, кстати, уже, наверное, 8 час. Я даже не знаю, на часы не смотрела. Плиту пока еще выдраила, грязная была. То суп сбежал у меня, то картошка. За Маркушкой же еще здесь бегаешь. В общем, все, заканчиваю влог. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Ну и что ты делаешь? Все, обои в ход пошли, да, художник? А кто вытирать будет?
Ой, ну-ну-ну, Маркуша, да? Художник, ай, художник.